Кинотеатр «Дружба» – место романтических свиданий моей молодости. Здесь вот любимые места были, любимый ряд. Там сзади места для поцелуев. Там держали девочек за коленки, иногда девочки позволяли. Здесь всегда было полно народу. В Стробельске было несколько таких точек, но кинотеатр «Дружба» был самым крупным, самым, скажем так, самым шикарным по тем временам. Здесь, в принципе, планируется это вот помещение, его так и использовать под киноаппарат, но только уже с современным оборудованием, современным проектором, сервер. Вот, и туда можно будет показывать. Сейчас здесь архив, вся кинопленка, которая была в «Дружбе» кинотеатре, ее здесь, она здесь находится, и нам когда-то предстоит опрос ее перебрать, и, может, удастся тоже показать. Вот, смотрите, маленький такой парень.